Ребят, спать некогда, мясо приехало. Спать у нас на бычках что-то. Так, 4 ночи лег, ребят, ролик делал. Посмотрите, какой Спайк довольный, счастливый. Как ребеночек. Талбок. Умничка моя. А, ребята, тут мясо закружились. Посмотрите на Спайк. Видите, как он спокойно росла. У Спайков тоже по погоде настроение. Красавчик. Колобочки. Так, наш совхоз, колобок за мясом смотрит. Мне так нравится, когда спокушка, ушки прижимы. Охрана, охрана. Когда ушки прижимает, значит, он полностью счастлив и доволен. Не напрягайся. На нашего совхоза. На наш колобочка. Ребят, мясо взял. А сейчас все уже хорошо. Все уже хорошо. Тиму и лёдис. Иди сюда. Колобочек, иди сюда. Иди сюда, Маша. Не, колобок, иди сюда. Спайк, уйди, Маш, уйди. Колобок, иди сюда. Малец. Так, давай. В очередь все надо гулять. Колобок. Скажи, Спайк, чего хочет, давай. Умничка, какой Спайк, умничка. Видите, у них тоже есть настроение. Ребята, я монтировал, смотрел, как я там комментировал. Когда он зарычал, конечно, можно было попроще все прокомментировать, получше точнее. Спайк у нас умняшка. Бывают моментики у него, но в целом он умница. Очень сообразительный, адекватный парень. Киарка, Киара, иди сюда. Хватит там под... За волками доедают питбулю, хотя все наоборот должен. Все, сейчас морозильник возьмем. Надеюсь, я его возьму. Все нормально сегодня. Взять-то возьму сегодня, надеюсь, привезу. Молодцы. Так, вот кого еще отпустить первым? Смотрите, кто будет меньше скулить, того и отпустим. Потому что они уже как рефлекс. Если кто скулит громче, того и отпускают. Все, значит, отпускаем вот кого. Чтобы они понимали, что вот граф молодец, граф умничка моя, граф. Все. Потому что я вижу, когда они скулят, я мусор... Ой, Багира нашла кусок грязный. Волки закопали. Ну, она как обычно. Муса там метит. Почти ноябрика. Сейчас мы будем откармливать все. Вообще хочу на натуралочку чуть пересадить. Пусть чуть по... Ну, Спайк насчет чесаться. Чуть почешется, а потом на сухой опять переведем. У Муски ноготь потихоньку заживает. Там, ну, еще ему больно. Он и порезать его не вариант. Он в таком месте еще. Наша бандитка играет. Так смешно играет. Взяла в рот и бегает. Потеряла. Найди моя крошка. Львеночка.
Тимур, Тимур, на, вот ты. Так, покормить надо. Симбочка, мальчик, молодец. Ну все, как он не любит, когда я его глажу. Все, умнички. Принцесска маленькая, принцесска. Ай ты, блядь, все, 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 испачкался меня. Нет, нет, не прыгать. Все, не прыгать, не прыгать, нет. Мои клетки. Муса поздоровел, ребят. Молодец, молодец. Молодец, молодец. Ребят, сон мне приснился такой. Не совсем хороший, родственникам едем на день рождения вчера. Сон приснился странный, говорю, про дом. Ну, именно про вот этот дом. Я говорю, что-то нехорошее, да. Я говорю, а у меня, говорю, сны всегда сбываются, реально. Вот, ну, реально, говорю, все, практически все. И тут проезжаем, я не знаю, минут 30 проходит звонок. Там по поводу земли надо, ну, проблемы есть. Думаю, ёп-макарёк, тоже с соседями, кое-какими не буду назвать им. Короче, все что-то от меня хотят. Так, у Кимы Валеры вырвано, смотрите, мячик. И ещё какая-то твёрдая хрень. И снова седая ночь, и только ей дай. И Валера. Потише, потише. Моё сладуська. Моё сладуська. Эти мои ладочки. И снова. Кашетка, сейчас им ингаляцию будет. Да. Ой, конечно, Симбочка тоже здесь. Давай, мои красавчики. Мои плясяточки. Давай попробуем, ну, за шкафчик подойдем. Стой, стой, стой. Стой. Ай, Марат. Ай, молодец, ты красавчик. Ай, плясяточки. Молодец, 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 молодец. Молодец. Стой, 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 стой. Вниз, вниз. Видите? Зарычал. Все, вот это плохо, что зарычал. Ладно, не будем его прогнать. Все хорошо. Все хорошо. Бля, девочка. Ну вот это плохо, что рычит. Я же сказал, что может зарычать. Надо. Ну, взрослый кобель. Не хочет, чтобы его поднимали. Так. Так, ладно, ребят. Я почлю, полили. Почлю, почлю, полили. Ай, так. Молодец, мой шрочки. Знаете, они чувствуют. Они чувствуют. Ты моя радость моя. Ты моя радость. Ты моя радость моя. Ты моя красавица. Мой сладкий шрочки. Шрочки. Ай, молодец, моя куска. Молодец, молодец, молодец. Ай, молодец, молодец. Ты моя радость. Ребята, вот по идее, за то, что он зарычал, его надо было поругать, как минимум. Но и за то, что взрослый, вот ему скачухи все, знаете, понимаешь его, с одной стороны, почему он зарычал, а с другой стороны, он не имел вообще такого права. Вот она, моя пушиночка. Чего ты, красавец, покушал? Ой, ужас, какая она классная. Белоснежный комочек. Короче, получается, ребят, так, что когда спать видит меня в серьезном настроении, да? Когда я серьезный, там, ругаю его. Муска, ты чё? Муса, ты чё? Он даже не течёт что-то. Ух, гигант, ребят. У него такие все, ух, изгибы такие. Это...
Помните, ребят, то, что я говорил, видите, солнце не попадает, но отсюда залазит, а вот здесь, видите, не достает. Это маленькое чудо ходит, ходит. Очень симпатичная девочка. И сладкий мой. Симбу пытаюсь гладить, он вот это. Короче, меня поцарапал уже с утра. Я его на руки взял, он сразу бах меня поцарапал. Злой парень, если честно. Так, все, Симба, нельзя. Симба, иди сюда. Симба, давайте. Быстренько. Молодец. Не знаю, видно, нет? Поцарапал уже. Это ж Симба. Да, сейчас кого-то на долгий выгул отпустим. Из питбуля. Лучше, конечно, Мусу отпустить, чтобы он с Аявриком не грызся. Так, котенка не обижаем, молодцы. Хотя Симба самка уходит. Так, вот это быстрее бы привезти морозилку, чтобы все тоже позвонили чуть-чуть не вовремя. А мне пацаны говорят, что у тебя с лицом, котенок поцарапал. Ребят, Симба с Мусой лазит. Вон, прям рядом стояли, сейчас отошел. Вообще не боится Симба, блин. Опасно. Куры возле трассы. А я иду, гуляю по Москве. Короче, иду пешком. А вы умеете по шпалам ходить? Это место ящериц, короче. Тут столько ящериц. Вот мы и пришли за морозильником. Посмотрим, пришел морозильник или нет. Просто я без машины, я пешком минут, пришел. Минут через 10 можно. Да? Мы О. только его занесли сейчас. Отлично. Это подписчик наш. Пошел. Ребят, вот такой корабль. Все, тебе мясо ложи сколько хочешь. Спасибо, друзья. Все, вызвали доставку. Скоро поедем. Ребята, одной рукой. Это не моя рука, это не считается. Все, до малько, да, отнесу? Ребят, мы выкатили, я говорю, я даже деньги еще не заплатил. Что-то пацаны аж задумались. Все, ребят, приехала машина, мы грузим. Так, меня тоже доставить надо. Помощники. Банда. Не хватает. А? Морозильник есть что-нибудь? Да. Ну, это пару девчат. Да, я холодный не буду. Мне горячий. Ребят, Симба там. Все, нельзя. Нет. Давай, спасибо, давай. Нельзя. Не спешите. Притирочку. Артур, держи. Да. Надо опять. Я же заварил. Морозилку разберем по частям. Все, а что ты такой красивый? Почти. Уже... Вот так вот, Мясоруб. Уже хочет забрать себе Муса. Да, пусть Муса мне к себе заберет. Это самое. Ну все, Багир. А Багира, она ревнует. Она против однополых. Не срок. Блин, человек очень сильно боится собак. Брата, ну, молодец. Как бы бить не надо. Не, какой бить. И как в прошлый раз не кусай, не надо. Слушай, ну она тебя выбрала. Варианта нет, ЗАГС надо идти, засвал. Я не знаю, что делать. А это смешно.
Так, вас у меня они не трогают, братан. Сигарет давай, да? А, сейчас, пойдет. А, ты знаешь, у меня... Иди. Могу пить? Ты поедешь. Контент, братан, ну, зарабатывает. Стол не клюет туда. Братан, первый день не целуйся, нельзя. Первый свидание. Так, ладно, я... Так, пошли. Хочешь котенка возьми? Когда гости приходят, тут шкафчик повесить и бронежилеты одевать. Такие каски, все. В общем, ребят, 6 лет мечтал о морозильной камере. Ой, все, убежали. Повезло вам. На этот раз повезло. Так прикольно наблюдать за реакцией, когда люди боятся. Молодцы. Так, надо сейчас занести это все, включить. Сейчас. Сима, ну подожди, ты только... Ходит за ним как панель. Принцесска, да принцесска маленькая. Снежиночка маленькая. Ты чё? Привет. Привет, девочка. Привет, моя солнышко. Так ходит смешно. Думает, что бы поделать. Здрасте. Дети мои. Ребят, прям белоснежно. Дети мой ребенок мой. Дети мой ребенок мой. Дети кушать хочешь? Ну давай. Сейчас покормим. Пугает себе, пугает. Ой, боюсь. Чего, моя сладкая? Облизывай. Дети мои, пузятики мои, дети мои, пузятики. Дети мои, пузятики, дети мои, пузятики. Она тут нажимает, вставляет. Ой, тихо. Такая шлёчка, такая девочка моя. Опять у меня на руках. Что за девочка? Скарабкается, лазит. Иди к своему жениху. Ты чё? Чё мы тут сидим? Блогер будущее. Опять ко мне ходит. Это задолбали меня. Маленькое счастье. Вот так она на меня залазит. Растянешь всё мне. Парила, иди к Симбе приставай. Я уже устал тебя снимать. Пока, Моська, мам, пока. Дети мои, лопатька. Симба, здоровяк. Аккуратно, Симба. По нему там ходит по голове. Симба, я тебе не соперница. Она маленькая. Но... Иди сюда. Иди, мой. Тихо-тихо, маленький. Я худею. Все. Сейчас опустим краску. А по камушкам, а по камушкам. А по камушкам речка бежит. Этот не может, у этого энергии.
Слышь, влезь в рот, как пать что-нибудь взять. Ну красавец, ну красавец. Я прям с каждым разом тащусь все больше и больше. Ай ты умник, ай ты моя умница. Ай вы мои сладкие. Все, 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 багирка, ну все. Да, танцует, да, танцует, да. Красавец, красавец, просто парень красота. Да, все мои красавчики, все мои красавчики. Все мои красавчики, все мои. Идите играть. Ох, не, граф это парень, конечно, суперский. Че, че, банда, банда. Галоши, ну что, да? Ух, ребята, он красавец, отвечаю. Надеюсь, камера это передаст его красоту, мощь. Реально, парень. Добротно. Это никогда не занимался, а вот выглядит офигенно. Генетика. Маленький, смотри. Не, не прыгнешь. Все гору эту полюбили. Все на этой горе. Скоро кто-то потечет. Ну, сказал, потерпи, ты гулял долго. Это порода суперская. Все, ему надо мясо, взял мясо. Видел? Пипец он толкает, ребят, реально. Как будто человек тебя, знаешь, так нормально толкнул. Я не отдам тебя никому. Непонятно. Ого, муха-муха. Вот я думал в горы поехать, да? На пасеку, где отец думал, а вдруг они ж вот так не боятся, ловят еще и... Мух там все ловят, особенно спайки, яр. Вот игра вижу. И представьте, вот так укусит его за, ну, за губу куда-то. Они же аллергичные. Что-то я аж менжуюсь туда ехать, не дай бог, вот так дыхание перехватит. Ну, не успеешь там это. По-любому с собой возьму все, что надо, но опасно, блин. Там же их рой целый может быть. Все, ладно. Сегодня вычесываем волков. Ребята, однозначно. Сейчас этот погуляет, я их отпускаю, волков, и начинаем вычесывать. Смотри, этот хочет перепрыгнуть. В шрамиках. Вот зачем об этом дерешься? Пожалуйста. Пожалуйста. Ой, не за что. Все, открыл, согнал. Смотрите, как он рычит. Ему не понравился. Человек шел просто. Да. Да, малыш. Ой, пуски набили. Наконец-то там классное мясо привезли. Так, теперь будете набивать. Идем, умолять. Сейчас, ребят, установлю в морозильник, а то мясо пропадет. И буду с волками заниматься. Да. Да, все хорошо. Да, спать. Все хорошо. Все хорошо, спать. Все хорошо. Нафиг, все. Все, 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 все. Я здесь в волосах. Ладно. Лишний раз будет напоминать, что их надо. Ну, они уже почти полиня. Блин, здоровый такой. 568 литров, кажется. Колобок бедный. Зажали его, спрятали. Вау, ой, тихо. Круто, белое все. Видите, два отсека. Ну, прикольно, прикольно. Он цельный, отлично. Просто две крышки, офигеть. А я-то думал, ну, еще лучше, если что-то большое надо поставить, проблем не будет. Так, ребят, 1,87 м длина его снаружи. 35 990 вроде. 9 рублей стоит он. Царь горы играют все. Капец, приколисты. Я пришел, смотрю, тут долбятся все. Играются.
Все на гору претендуют. Спайк со своими приколами. Спайку никто не нужен, он сам по себе футбол гоняет. А Луна терпит. Сейчас была бы Киара, хрен бы терпел. Смотрите. Охренеть, у них пасти огромные. Луна, давай, давай. Вместо меня эпиляцию. Ой, эпиляцию как там. Короче, шкурку сними с них. Не нужно. Это прикольно. Так, я пойду свет делать. Ну, в смысле, розетку надо подвести, проводку. Сейчас этим буду заниматься. Классно. Ну, да там уже вычесывать толком нечего. Сейчас, сейчас доделаю, включу, ребят, мясо, чтобы, ну, свеженькое было. Ладно, отдыхайте. Колобок сторожит мясо. Холстя. Запутались все. Все, все, все. Спайк там футбол гоняет. Да. Спайк, зачем там не малыш тащишь? Багирка на стрейке. Капец. Ребят, что там творится? Игры, игры. Война. Война миров. Она мягенькая, это уже отсев, и они кайфуют. Багирка лезет, Киарка воспитывает. Багира лезет, кусает Киарка. Класс, а? Мягко, они кайфуют аж. Киаров думает, ты что, попутала что ли, мадам? Я еще сама, кому хочешь, наваляю. Молодцы, они знают свою дистанцию. Мы следим за ним. Ребята... Это... Аяврик, отца, Аяврик, 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 не порть, колобок покатился с горы, Аяврик, молодец, Багирка на стрейнинг, только не прыгайте в грязь. Ну, по-моему, они без трактора эту гору разровняют, молодцы, кадристы, кадристы, супер. Проверяет реакцию Кер. Колобочек бедный в шоке. Так, по-хорошему надо кого-то закрыть, чтоб мало ли что. Ну я здесь, в принципе. Луна, тормоза, включи. Сейчас уважаю. Что сказал? Все, молодцы, отдыхай. Тебе надо это, череп купить и в рот засунуть, а понаходила.
только брелок народ. Да, спать. Не, спать. Я не буду заниматься. Пойду заниматься я сам. В смысле, у меня дела. Читаю комментарий, пишет, может, у Спайка что-то болит. Отвези к врачу. Да ничего у него не болит, все хорошо. Все хорошо. У нас все хорошо. Так, ладно, ребятки, у меня перекур и дальше работаем. На Луну посмотрите. У нее там полный ход. Движуха идет. Лун, скажи, я работаю, они потом все портят. Спай такой веселый сегодня, хорошенький. Все, завел. Так, а что тут вообще? Так, сейчас мясо буду разделывать. Вот так вот. У нас тут сердце есть. Ребят, смотрите, сколько жира. Это все жир. Ну это такой, таким я не кормлю собак, это жир. Вот смотрите, сколько отходов. Почти половина отходов. Короче, надо что-то делать, найти где-то, брать прям сразу оптом. С какой-нибудь, я не знаю, птица, может, фермы, индюшек. Не знаю, надо договориться, найти, потому что это не дело, это херня. Денег заплатила, половина жира. Такие довольные мясо. Сейчас дам им мясо. Пусть пожрут. Так, драться не будете. Пришли. Хороший кусок спать. Кушай, кушай. Кушать, кушать. Отспать, пока подумай. Я жир поубирал. Какие-то всякие. Так, а я что выбирает. Да ты что? Да ты. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, только договариваемся, уже не выходит. Нельзя. Нет, нельзя. Нет, нет. Сейчас он скачет. Лишь бы граф не вышел, это пипец. Волки наелись, видали? Они даже не хотят. Они же вчера хорошенько поели. Не, надо с мясом что-то решать, ребят. Так не пойдет. Так. Ну, Спайк, скажи, наконец-то я мясо. Наши бёночки, правильно? Но они отряхивают. Это же не щенки. Кушайте, не спешите. Давайте попробуем. Кушай. Ребят, это только от мяса, что осталось. Представляете, вот это все жир. Ну реально, это нельзя давать такой собаке. Ребят, видите, и не дерутся. На. Блин, полдня, наверное, уже, ребят, сил нету еще вычесывать. Ну, пипец, опять. Надо слово сдержать. Просто запарился, столько мяса за раз раздел. Багир, иди сюда. И че? У дворняжек пир сейчас будет. Так, ну тут костей нет, так что ничего нет. Ой. Так уж.
Посмотрите на Спайка лицо. Я ему предлагаю кушать. Кушай. Тетя мой маленький. Кушай, кушай. Он только не хотел, голову отворачивал. Наверное, что-то вспомнил опять. А это все сразу надо. Он напрягается, когда и кусить не хочет. И кусить не хочет, мой сладкий. Все. Все, все. Все, очки. Киарочка, иди сюда. Там жалуется, что я тебе не глажу, забыла. Молится, молится. Ой, тебе молится. 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 Все, отел. Молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Ну что, борода скоро вырастет. Не будешь нервничать. Молодцы, Свет. Айтик, 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 айтик. Вот оно, мое счастье. Мяукнула сейчас. Снежка я ее называю. Что-то. Снежка моя. Снежинка, Снежка. Ну посмотрим, это еще не точно. Ну, иди, мой. Такое маленькое. Такое легкое, такое. Тихо, тихо, извини. Снежинка. Снежка. Снежинка, снежка.